красивая. Сколько времени? Мяч новый, перчатки новые. Перекачанные. Что? Проскальзывает. Ну да. Новый? Нет, поймать-то руки ловят, не перчатки. Посмотрим. А кто тут где? Мокрые не подойдут? Все, давайте, переговаривай, как обычно. Разомнемся и пройдем от ворот от наших ворот, от соперников, и Воронин. Катайте, мяч катится. Спасибо, передачи давай. Вот, на сильнее, чем медленнее. Окей? Поехали. Ба, Луис! Смотрите, ударчика. Давайте вот так. Какие ворота? Надо смотреть по фото. Можно ворота будет. Спасибо. Галочку. Пока что тренировки фотки у нас. Вот наш недельность. А? Спокойно, не спешите, ребят. Спокойно поймали, спокойно вернули. Да, сначала вот здесь. Пойдет, пойдет. Пойдите, смотри. Бросочек подать, дайте на бросочек. Вот, 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 вот. Чтобы икроножные тоже чуть-чуть доработали. А это молодец, мой. Забей. Да, щит. Похоже. Было. Можешь ехать. Ну так как ударить. А? Это подъем получается? Чел, чел. А? Подъем так выходит? Да. Давай, я покажу. Ну так, можешь еще? Это что было? Черный. Все, хватит. Пошла, сюда пошла. Свалился чуть. А так всегда. Да, хороший, нет пластик? Хороший. Ну ты чуть-чуть. Также не понравилось, все же я все. Цель. Ближний. Еще чел. Чел, чел, иди. Как не фартит, да? Я заканчиваю карьеру. Серьезно. Давай. Вот такой? Это раз. Тебе куда пошел еще один? Одна серия вот эта, что ушла? Thank you.
так же добил? Пока лучше всех бьет. Клепает просто. Краснодар. Он просто один здесь, понимаешь? Моти просто нет. Рядом. Давай еще против. Два. Давай еще. Еще раз пять. Нет, давай сейчас одну, вот как в игре. Все, не все. На кувырок. Играем? Да. На Олимпичке. Все забыли. Я бы хотел посмотреть, как будет, если по центру вот так пробить, то есть если с паузой. Ну, все равно же, типа, ты же вот так вот вы гадаете. Ну, типа, ты если... Ну, да посмотрим. Петь, не подходи больше к точке. Ты прикормил. Посмотрим, да. Тебе, ну, надо. Вот, ты от меня не брал, так что нормально. Отдыхай. Ну, сколько пробил? Один? Достаточно. Ноль, окей. Илюхе между бью просто, не пробил. По центру я прыгнул, да, ногой не достал. Да, ну между бил специально. Смотри, если ты будешь менять замуж, надо нас так дергать, да? Ну понятно, я поэтому и говорю. Да не надо, пусть бьет по вратарю спокойно, Виталий. Не, ну видишь, вы уже научились просто, когда ну, на паузе бьешь. На паузе, да. И поэтому надо менять. Поэтому продолжай, так. Так, поэтому надо менять. Не, он Федя всю жизнь бил в один угол. Мне удар в другой пробил. Молодец. А это вообще я знал, что выражает. Ну, да, я прыгать я туда. Ну тогда вот, когда Серега у тебя взял Федь, да, и бил всегда одинаково. Разбегался и сильно вправо. Хочешь, да, еще эти да, три года? Да, да. Тогда вот мы точно уже знали. Только раньше, спасибо. Серега, только раньше не уходи, и он ударит вправо, чтобы он не поменял угол. Я тогда вообще не смотрел. Меня тогда это я, было... я прям помню меня тогда. Да. Здесь он прям так затрясло, типа. Ну, типа, ответственный такой прям момент был. Проигрываем 3-1, я смотрю, 3-2. 3-2 и 3-3 мог сделать. Ну, у нас уже там все в порядке.